Капец, это что за аппарат у тебя, Андрюха? Сегодня будем ловить еще и на жерлиц. Два вот таких балансира. На блесну? Самое то для рыбалки. Надо подсосать немножко бензина. Я вчера в гараже заводил нормально. Не Лифан, а Зонгшин. Другой. Он тише работает, чем Лифан. Капец, это что за аппарат у тебя, Андрюха? Это бурлак. Бурлак? Да. На муравья похож. Ну, форма муравья он. Вообще. Ну, одному-то комфортно. Ну, я на нем ездил. Я, Пашка, волокуша. Вторая волокуша с Пашкиной собакой, третья со шмотками. Ох, нифига. Ни хера себе. Зарылся. Сносит, но с колеи. Такой смешной вообще. Реально на муравья похож. Смешная техника. А, нам туда же? Нам туда, мы вот здесь вот бросали машину, туда ехали. А, да, ну все, я думал, вот сюда надо. Не-не-не, вот туда прям, где тропа идет. А, ну все, по тропе тогда поехали. А, ну да, все правильно. Вон, по тропе. Вот через одно озерцо и потом на том. Ага. И нам где-то надо, блядь. Здесь мелко, по-моему, или так карта. Короче, где-то вон, где-то. Ну вон. Ладно, доедем сейчас. Погнали.
Ну вот озеро, вот это получается. Почему следующее? Разве? Андрюх! А это маленькое? А он про это говорил? Вот, смотри. Вот мы сейчас на маленьком озере. А это вот оно. Ну смотри, да? Маленький, ну ползет. Нормальный такой аппаратик. А, тоже садится, подостревает. Ну, по яйца. Не снегоход, конечно, но хоть... А не... здесь бы снег не прошел. Хоть, зато не пешком. Да, у одного, говорю, я тогда расстрял в воде. Ага. Я его разобрал, перенес на сушу, собрал, уехал. А снежики сидели, жопа там. Стой! Вот такое вот большое озеро. Ну, пару раз там несколько раз застревали, где по яйца было. Вон тоже мучаются, помогаем друг другу. Значит, вот здесь на озере, здесь ручей, но здесь вода под снегом. Из-за этого плохо идет. Ну, здесь не видно, но и вода есть. Во. Из-за воды, да? Ну вода, она, да, она. Ребята перед собой горку делает. Ну да, она этот. И неудобно, потом... конечно. Потом когда пройдет. Вода, она зацепа нету и буксует на месте практически. Так, предлагаю, короче, вот, Тёма предлагает чуть-чуть туда. Я сейчас попробую пробить, чтобы тебе легче было. Там, я думаю, суши будет, воды не будет там дальше. Ну, смотри. Пацаны ловили вот здесь, вот как у них. А здесь мужик жерлицы ставил. Да? Да. Здесь нормальная глубина, 2 метра. Вот. Туда-сюда. Рыбу ловили, крой. Че? Крой, рыбу ловили. А, вот, точно. Ну давай здесь тогда, че, не будем можем дальше есть. Здесь, давай, да? здесь по суше, здесь меньше воды. Ну, да чуть проехать, и вообще воды не будет. Ну, чуть-чуть. Если нет, сюда переедем. Ну, давай. Перейдем, да, и все. Снега намело, блин. В этом году по яйца, блин. 2 снегопада же было. Все нахрен замело. У меня вот у напарника вот такие жерлицы, он как бы сам собирал, сам мотал их, значит, груза подбирал. Вот такие оливки свинцовые. Чем они удобны? Это тем, что, допустим, когда собираешься, по-быстрому собраться надо тебе. Вот эта оливка, она прям между катушки вот так вот легко вставляется. То есть смотали, вот так вот защелкнули.
и все, и она зафиксировалась. И не надо никакие там всякие резинки придумывать, некоторые вот резинки как-то там натягивать через крючки. Вот небольшой лайфхак для рыбаков, если кто не знал об этом. Я хотя сам не знал, но очень удобно, эффективно. Живец у нас махтарь. Махтарь, он самый живучий, долго живет. Брал как-то чебака, приехал на рыбалку, он уже сдох, а весь махтарь был живой. Вот, так что лучше, конечно, махтаря. И вот я в основном цепляю под спину, под плавник верхний. Так он дольше живет. Но пока ставил жерлицы, уже флажок сработал. Сейчас посмотрим, что там. Блин, ну капец. Сугробы, конечно, по колено. Не, не мотает. О, есть. А, щука небольшая. Щука! Небольшая, конечно. Есть. Первый улов. Ну, ребят, пока вот такая вот. Смотрите. Небольшая шурагайка на сковородку. Погода у нас сегодня, конечно, вообще прелестная. Сегодня минус 14. Солнышко. Самое то для рыбалки. О! На что, на блесну? Ну-ка, покажи, что за блесна. В камеру. Посмотрю. О, такая блесенка. Есть, окунь есть, щука тоже есть. Поймали. Уже разловили лунки. О, сколько, 3 окуня. Такой. Такой. Ну ништяк, что? На сковородку-то нормально, даже на копчение пойдет. Рыбакам всем привет, сегодня вырвались на озеро с товарищами. Значит, на моем буксировщике Помор. И у меня товарищ еще на стареньком таком бурлачке. Вот, сейчас мы уже приехали, расположились, поставили палатку. Вот, сегодня будем ловить еще и на жерлице. И вот я хотел вам показать, с Алиэкспресса заказывал 2 вот таких балансира. Значит, вот этот вот зеленый у меня был, но сломал я его, хвостик был сломанный. Вот, упал. Вот. Значит, я на него наступил, и он у меня сломался. Заказал себе еще. Недорого стоит. Ссылка будет в описании под видео. И прицеп он такой, еще такой же формы, но такого серебристого цвета. В основном окунь берет вот на нижний вот такой вот шарик. Вот острые очень крючки здесь. Вот сегодня я хочу нормально протестировать их. Все, погнали. Будем тестировать. Так, ну, начнем. Глубина где-то 1,5 метра. Не клюет больше? Так, поклевывает. Во. А, ну, мелочь я такую опускал. Немножко поклевывает. Клевая лунка, ну. Ну вот, как я говорил, в основном за нижний шарик, так, за нижний так, крючок, тройничок. Берет. Ну, такой пойдет. Короче, берет вяло. Восьмерку как бы особо именно не делает. Делает просто покачивание. Вот. А до этого у меня точно такой же балансир был. Там реально была восьмерка. Возможно, я заказал, может, легче. Та была почему-то, тот был виднее. Почему-то было потяжелее, из-за этого делал восьмерку под водой, а этот просто покачивается, но окунь в итоге берет как бы так, хоть и такие люди. Хороший окунь. Ладошку на зеленый с Алиэкспресса балансир рабочий, в принципе. Будем ловить дальше, потом попробуем на белый.
Даже такие маленькие клюют. Что-то как-то сегодня вяло не берут. Но все равно берут. Отпускаем. Может, ударило и все. Может. Может, окуня не бывает, окуни сбивают. Нету? Или есть? Нет, что-то. Есть, по-моему. Не-не-не. За лед зацепил? За лед, ну. Ну ты проверь, все равно живца. Не, я проверяю, хочу, мне достать. Достать надо. А, ну нормально, живой. Живой. Начали срабатывать жерлицы. Сейчас вот еще одна сработала. Пошла щука. Ну, небольшая, правда. Ну, есть. Ух ты. Много отмотало. О, есть. Ух ты. Хорошая. Вроде бы. О, хорошая. Ну, такая килошная где-то. Может, чуть больше. Ты смотри, а не могу вытащить, и все. Фу. Да, без щипцов, конечно, не вариант. Отличная щука. Я опять балансир сломал, хвост сломал, новый балансир, блин, надо же. Короче, у таких балансиров хвосты очень хрупкие. За счет того, что они длинные, они ломаются. Вот в кармане даже сломалось. В этой в коробочке лежало и сломалось. А мы попробуем, будет клевать или нет. Так что если будете брать, заказывать, аккуратнее с хвостами у этого балансира. Есть. Берет даже на сломанный. Вот на такой белый. Ну что-то вяло. Так же. Видать. Погода, что ли. Ну, в общем, балансиры рабочие, я вам скажу. Небольшие окуня берут. Может быть, в ваших водоемах побольше будут. Может быть, поменьше окуня, но даже вот такие вот берут на вот эти вот, на зеленый и на белый балансир. Со сломанным хвостом. Ладно, что делать, буду еще один заказывать. Уже штуки 4, наверное, закажу, чтобы запасом были. Вот так, друзья, заказывайте, ссылку также оставляю в описании. А сейчас мы переходим на мормышку. Дальний флажок стоит. И чё? Все подсказку даю. А, вот так вот, да? Стоять!
О. Есть. О. На блесну, да? На блесну? Да, на блесен. У нас уже вечереет. Наверное, часа 3. А 4:30 начинает темнеть. Ну вот с одной лунки натаскал таких окуней. Ну есть, конечно, поменьше. Вот такие вот. 3, 5, 9 штук. Ну все, друзья, сегодня у нас рыбалка получилась удачная. Сегодня работали жерлицы, мормышки и китайские балансиры. Спасибо за просмотр. Кому был полезен, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Вот. Ну и счастливо, до следующих рыбалок. Всем пока.